был в шедевре жанра трэш. Я в комедийном сериале, мной затыкали в смысле брешь. Тебя ловили и сажали, коль не тюрьма, так пара пуль. А я шептал свое «Forgive me». Ну а потом пришел июль, и мы очнулись в новом фильме. Конец истории игрушек, начало времени морщин. Обман вещей давно нарушен, и виноватых не ищи. Они сами в раз найдутся, они сами нас найдут. Раз небо пряник божьей шуется, тогда земля в деснице гнут. И гамсу пнут, и гнут скрипач, шепнут, былому нет возврата. Вот свет и тьма, вот смех и плач, что делать будете, ребята? Мы не захватим звездолет, не грабанем за день три банка. Народ за кадром не заржет, не взбаламутит степь тачанка. Не озарит Жюльет Бинош, Забель Юпер не рухнет в ноги. И паренек по кличке Грош не станет мусором в итоге. Иные кадры, ровный ритм и средних планов изобилие. Рыдает радость, боль парит, и не скипаем, а бессилие. Гранит пирожных на губах, октябрь золотом плывущий. И чудеса на виражах, и то ли свалки, то ли кущи. И кукла скажет все равно, в ветвях застынет невидимка. Сгустится долгое кино до состояния фотоснимка. Ты жил в шедевре жанра трэш, я в сериальчике нелепом. Наш новый фильм «Миров двух меж», мы здесь сейчас под этим небом.